مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذاكر جيران بذي سلمي، ما زاجت دمعا جرام من مقلة بدمي. أم هابت ريح من تلقائك ظمة، وأومض البرق في ظلماء من إظمي. فما لعينيك فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء تكذبان؟ يسأله من في السماوات، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء كانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الذنبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Сегодня для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы услышать что-либо из жизнеописания лучшего из творений Всевышнего Аллаха, последнего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Любовь, которому является частичкой нашего имана, нашей веры. Ибо без любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, не будет полноценной наш иман, как сказано в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Мы обязаны его любить больше всего на свете, больше себя самого, больше самых близких для нас людей. И мы обязаны стремиться к этой степени, мы обязаны стремиться к этой любви. А как можно достигнуть любви, если мы не можем, если мы не знаем о нем? Аллах в Священном Коране сказал: «Авалям яарифу расуляху», разве они не знают своего посланника? Поэтому знание посланника о жизни, о его жизнеописании, это то, что может нас привести к любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В связи с тем, что многие из наших алимов бы находились в отъезде, были подобные же мероприятия, посвященные рождению нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, почти во всех уголках нашей страны, где проживают наши земляки, и по их приглашению, и по приглашению разных муфтиятов, разных духовенств, мы были в различных уголках этой страны, где, хвала Всевышнему Аллаху, везде проходили подобные мероприятия. И именно с отсутствием в этих разъездах объясняется тем, что наш маджлис немного задержался. Поэтому мы, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, должны славить не только в месяц Рабиуль-Авваль, каждый день, каждый час мы должны прославлять нашего посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Что касается нашего маджлиса, мы должны... Хочу призвать присутствующих, чтобы они принимали участие. Каким образом? Когда наши исполнители, выступающие, произносят слово имя Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не ленитесь, повторяйте салават вместе, саллаллаху алейхи вассалям. Ибо посланник Аллаха назвал скупым того из нас, который услышит имя его и не будет славить посланника Аллаха, прославлять его. Также, когда будут произноситься поминания, зикр, в этом тоже активно вместе принимать участие. И убедительная просьба к тем, кто находится на втором этаже, чтобы они не давили на этот балкон. Он не рассчитан на ваш вес, он может свалиться, поэтому, пожалуйста, отойдите от него. Сейчас я предоставляю микрофон нашим исполнителям, чтобы они исполнили нашид на арабском языке. حسنا من خير كل المقابر
ثمرته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطائرين بها يحصل المطلوب في الدين والدنا ويندفع المرهوب من كل ضائر بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله فمن أطوبا وإياك والتزويف والكسل الذي به يبتلى كم من غبير وخاسر فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري ألف صلى الله على زائن الوجود من سكى طيبا طيبه خيا في زارو طيبا وخيا في زمان.
Махди Хаджи Абидову, который нам расскажет что-нибудь из жизни посланника Аллаха саллаллаху أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Дорогие братья, дорогая умма пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллама, конечно же, не перестаем поздравлять всех тех, которые собрались здесь с рождением пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллама. Ибо рождение пророка, выход его в этот свет является большим праздником. Но не менее большим праздником является то, что Аллаху Субхану ва Тааля нас сделал из тех людей, которые радуются рождению пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ведь те несчастные, от которых Аллаху Тааля скрыл красоту пророка, саллаллаху алейхи ва салляма, такие тоже на свете есть. И хвала Аллаху, альхамду лиллахи раббиль аламин, хамдан юафи ниамаху ва юкафиу мазида, что Аллаху Та'ала нас с вами не сделал из числа тех, которые не видят эту красоту и не верят в нее. Дорогие братья, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салляма, как здесь было сказано, он является печатью посланников и пророков. После посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салляма, нету ни пророчества, нету ни пророков и ни посланников. Он является обладателем большого послания ислама. И этот ислам – это религия, которая должна сохраниться на этой земле до конца света. И, конечно же, Аллаху Субхану ва Тааля, как и других пророков, которые тоже пришли к своим умматам, нашего посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салляма, тоже усилил чудесами, муджизатами, которые, конечно, они не прекращаются даже в наши дни. В наши дни, потому что каждый век, каждая эпоха, она требует соответствующие убеждения, то есть для них раскрытие новых и новых чудес. И Аллаху Та'ала, нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и религию усилил этими муджизатами. Муджизаты предыдущих пророков и муджизат чуда нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они как-то отличаются. Примерно все чудеса прежних пророков, алейхиму саллату ва саллям, они имели временные ограничения, и они имели вид видимых муджизатов. Примерно, если мы посмотрим чудо Муса алейхиссалам пророка, Иса алейхиссалам пророка или чудеса других пророков, то мы видим, что они были такими, которые особо думать не нужно. Просто видимые, как раскалывание скалы и выход верблюда, верблюдица оттуда. Или же, например, то, что Муса алейхиссалам пророк показал, как его посох скушал все другие змеи. Значит, вот такими видимыми были. И после того, как эти посланники Аллаха покинули свет, эти муджизаты тоже, конечно, перестают существовать. А муджизаты нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, они есть и такие тоже, которые видели, могут видеть только те, которые были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как раскалывание луны на две части, появление воды, например, из межпальцев рук пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Есть такие муджизаты, которые не перестают приходить и показывать, и удивлять людей до наших дней. Только те муджизаты, которые улема и посчитали, не считая Коран, счет этих муджизатов алимы довели до 30 тысяч муджизатов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А если говорить о тех чудесах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который Аллаху Та'ала дал пророку в самом Коране, то количество этих муджизатов 60 тысяч, говорят алимы. Такое количество чудес не было дано никому, даже ангелам не было дано. И поэтому мы несколько, конечно, несколько слов об этих муджизатах тоже говорим. Когда мы говорим чудеса, они бывают, конечно, нескольких видов. Первый – это те чудеса, которые называют ирхасатами. То есть эти чудеса, которые до выхода пророка в свет, то есть еще до объявления пророчества пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который Аллаху Та'ала показывает людям. То есть вот эти происходящие, они толкают на мысль, к чему это. То есть этим Аллаху Та'ала готовит людей, готовит мир к приходу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям.
Другие муджизаты, муджизат, конечно, она бывает связана с утверждением чего-либо посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Подобные вещи, когда происходят у рядовых людей, у авлия, у приближенных людей, их это называется караматами. Когда какие-то чудеса происходят от нехорошего человека, известный среди людей своей, как говорится, грешностью, тогда это называется истидраджем. А то, что случайно вот некоторые люди в жизни, хоть они не отличаются ни добром, ни злом, но тем не менее какие-то вещи в жизни у человека получаются, такие тоже, конечно, бывают. Аллаху субханаху ва тааля готовил мир к приходу пророка, саллиллаху алейхи ва салляма. Значит, вот все вот эти книги, которые Аллаху тааля ниспослал на землю, в этих книгах бывало описание пророка, саллиллаху алейхи ва салляма. Асхабул фил, приход Абрахата, йеменского правителя, разрушить Каабу и уничтожение его войска, это тоже было одним из чудес, которые указывают на приход пророка, саллиллаху алейхи ва салляма. Во время рождения пророка, саллиллаху алейхи ва салляма, то, что мы слышим, как воспевают в маулидах, потушились огни поклонников. То есть персии, которые по тысяче лет, которые не гаснули огни, они гаснули, и вверх дном, вниз головой упал, говорит, трон персидского кесаря. Значит, сны они видели, вот как вот этот приход пророка, саллиллаху алейхи ва салям, будут отражаться на их место. Значит, рождением пророка, саллиллаху алейхи ва салляма, во всем мире, которые были идолы, упали вниз головой. Это тоже было, как говорится, вот указанием на приход пророка, саллиллаху алейхи ва салляма. И, конечно же, само по себе нур пророка, который от Адама, алейхиссалам, пророка, передавалось от сына к сыну, от сына к сыну, вот этот человек, обладатель этого нура, тоже был удивительно отличался, говорит, среди людей. Например, вот Абдуллах, отец пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, вот он был удивительной красоты, настолько удивительной красоты, что самые благочестивые, целомудренные, вот красавицы Мекки, они, говорит, сами просили руку этого человека. И в тот день, говорит, когда Абдуллах, отец пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, женился на Амина, тогда, говорит, от разрыва сердца 200 молодых девушек умерло только в Мекке. От разрыва сердца. Значит, а другие женщины поклялись, говорит, что до смерти замуж не выйдут. Это была красота нура пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, который был на лице отца пророка, саллиллаху алейхи ва саляма. А далее представьте само по себе красота самого пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, как удивляла людей. Это все, говорит, подталкивало их на мысль, к чему же это, кто же этот человек, его что-то, какое-то будущее ждет. И вот так, говорит, мир ждал от этого человека, младенца, какого-то большого события, которое в будущем и произошло. Еще, дорогие братья, хотелось бы здесь отметить, есть такие особенности пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, которые запоминание этих вещей, и когда человек будет наизусть узнавать эти вещи, это является, как бы, она будет служить защитой для этого человека, для дома, в котором он живет, и для его самого тоже. Первый из них, пророк, саллиллаху алейхи ва саляма, у его тела не было тени, потому что, как вы знаете, фонарик не может создать тень для солнца. Поэтому это солнце, это было ничто по сравнению с пророком, саллиллаху алейхи ва саляма. Никогда в жизни пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, нужду посланника Аллаха не видели. Никогда в жизни на пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, не садилась муха. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, никогда сатана не явился пророку во сне. Никогда посланник Аллаха в жизни не зевал. Никогда от посланника Аллаха, говорит, в жизни не убегало животное. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, родился обрезанным. Как бы пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, не спал, сердце пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, всегда бодрствовало. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, видел человека сзади, как будто впереди. И когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, находился среди среди людей, какой бы высокий человек ни был, плечи посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, всегда оказывались выше другого. Какого бы высокого роста рядом человек ни находился.
Так Аллаху Субхану ва Тааля возвысил нашего посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Так давайте же мы будем тоже возвышать пророка саллаллаху алейхи ва саллям благословением его и его ахлу. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммади ва аля али сайдина Мухаммади ва саллям. Сейчас опять передаю слово нашим исполнителям наших. Всевышний Аллах, однако, восхваляет в посланнике Аллаха его особое отличие. В Священном Коране Всевышний говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва иннака ля'аля хулукин азим, ва истину ты, о Мухаммад, обладаешь великими нравами». Так вот, высокий, великий нрав нашего посланника Аллаха.
Это то, чем Всевышний Аллах, то, что Всевышний Аллах в Священном Коране выделил как особое достоинство нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Дай Аллах, чтобы частичка этих нравов перешла на наше поведение. Сейчас хочу предоставить слово Абдурахманову Мухаммаду, председателю комитета по делам религии, который является соорганизатором, соинициатором нашего сегодняшнего мероприятия. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Уважаемые братья и сестры, позвольте мне зачитать поздравления главы Республики Дагестан в адрес мусульман республики и лично нашего муфтия Дагестана. Достопочтенный шейх Ахмад Хаджи, дорогие братья и сестры, поздравляю вас, всех мусульман Республики Дагестан, с наступлением благословенного месяца Раби'уль-Авваль, знаменующего рождение пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Проведение праздничного мероприятия Маулида ан-Наби символизирует собой продолжение вековых традиций ислама, в основе которых духовное очищение, миролюбие и веротерпимость. Мусульмане всего мира стремятся провести в этот месяц праздничные маулиды, оказать помощь нуждающимся, проявить усердие в поминании пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и поклонение Всевышнему Аллаху. Обеспечение межрелигиозного согласия в обществе, укрепление морально-нравственных основ ислама являются нашими с вами общими задачами. Муфтият Республики Дагестан, реализуя просветительские проекты, проводит большую работу по возрождению духовных и культурных традиций нашей республики, сохранению и изучению бесценного наследия ислама. Выражая уверенность в том, что почитание благословенного месяца Рабиуль-Авваль и впредь будет способствовать укреплению единства дагестанского народа, послужит фактором межнационального мира и гражданского согласия в российском обществе, утверждению в нем общечеловеческих ценностей и идеалов. Желаю всем мусульманам здоровья, благополучия и успехов в благих начинаниях. Пусть Всевышний Аллах вознаградит за проявленные усердия. Глава Республики Дагестан Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов. Еще по поводу проведения этого республиканского маулида, вот за два дня назад мы с заместителем муфтия, с Мухаммадом Расулом Хаджи, обсуждали этот вопрос. Хотя и Мухаммад Расул Хаджи объяснил вам, почему мы отложили до сегодняшнего дня. Тем не менее, уважаемые братья, вот когда зашел сюда в мечеть, когда увидел столько мусульман, я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что в Дагестане мусульмане Дагестана искренне любят пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И мы, дагестанцы, для нас пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, он пример, как ученые говорят, как Аллаху Та'ала в Коране говорит о том, что пророк, он является прекрасным примером для всего человечества, для всех, для молодых, для пожилых, для мужчин, для женщин, без разницы. На сегодняшний день мы слышим, в некоторых государствах защищают права даже животных. А когда мы смотрим в основе ислама, какое отношение пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, проявлял даже к животным, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, он даже мелочи не оставил без внимания. Когда сподвижником он заметил, сидя на лошадях, когда они между собой общались, он, обращаясь к ним, говорит: «Неужели
вы не можете сесть с этих лошадей и поговорить, как же вы можете притеснять этого животного. Поэтому, уважаемые братья, уважаемые дагестанцы, я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что лично я оказался из жителей Дагестана, где любят и стараются хотя бы чуточку быть похожи на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Прошлый год муфтием республики Ахмадом Хаджи, нашим шейхом, был объявлен годом облагораживания нрав. Я сам наблюдаю и сам стараюсь хотя бы чуточку измениться в лучшую сторону. Эту книгу подарили и мы главе республики Дагестан. Он зачитал отзыв главы, тоже вы, наверное, видели. Поэтому просьба к всем, не просто зачитать и в сторонку отложить эту книгу. Эти книги говорится на самом деле, каким должен быть мусульманин. Если мы будем таким, как описывается в этой книге, я думаю, нападки на ислам и обвинят мусульман перестанут, и мы покажем ислам лучшим образом. Пусть Всевышний Аллах примет наш маулид и станет причиной для объединения мусульман не только в республике, и за республикой. Мы в течение месяца Рамадан наблюдали, как представители муфтията выезжают в разные города, даже Сибирская область, даже имеется в виду не только за огромное расстояние оставляют, выезжают и собирают там наших же мусульман, выходцев нашей республики, и читают им просветительские лекции. За это тоже хочу я выразить благодарность муфтию республики Дагестан Ахмаду Хаджи. Огромное спасибо. Ассаламу алейкум рахматуллах. И вам огромная благодарность, дай Аллах, чтобы руководитель, глава нашей республики и ваш комитет всегда... Всевышний Аллах вам оказывал свою поддержку во всех благоугодных и полезных для общества делах. Вы знаете, что описание, выражение величия нравов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, в словах всегда для ученых, для улямаев, которые пишут, составляют книги о достоинствах пророка, было огромной тяжелой задачей, потому что тяжело было находить высказывания, которые передали бы то величие нравов посланника Аллаха Саллаллаху. И одним из таких вот описаний в книге Шамаиль, в книгах, которые приводятся рассказывается о достоинстве пророка, было следующее. Человек, который имел общение с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, хотя бы некоторое время уходил от посланника Аллаха с мыслью о том, с таким убеждением, что если человек более дороже, чем я, посланнику Аллаха, каждому своему собеседнику, каждому, с кем бы он ни сталкивался, чтобы уметь внушить такое мнение, что он для посланника Аллаха самый дорогой среди людей. Вот таким был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма. И вот так описывается в книгах об одном из его достоинств. Сейчас слово опять предоставляю нашим исполнителям нашим. Альфа саллаллаху алейка, я Мухаммад. Альфа саллаллаху алейка, я Мухаммад. Салаватуллах алейка. شاهد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, в последнее время мы часто говорим о нравах, благонравии пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам. Конечно, мы не должны перестать говорить о нравственности, и потому что это очень важно в личности мусульманина. В известном хадисе пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам говорится: «Боисту ли утимма мим макари браха». Наш пророк саллаллаху алейхи говорит смысл: «Я послан, чтобы усовершенствовать нрав». Значит, мы должны следовать за этим, усовершенствовать и наши нравы. Нравственность нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам — это, конечно, сокровищница, из которой каждый день мы можем исчерпать примеры высоких нравов. Это качество он притворял в жизнь и показывал нам, то есть своим подвижникам передавалось до наших дней. Мы можем извлечь, конечно, много пользы из этой нравственности, благовоспитанности, если будем принимать их в практике, если будем мы следовать за этим. Мы, конечно, живем в обществе, уважаемые братья. Я хотел бы, например, вот говорить о наших пророках, которые сегодня у нас есть, к сожалению. Мы живем в таком обществе, соблюдая, имеется в виду, будучи мусульманами, мы обязаны, конечно, соблюдать принятые нормы поведения, которые нам передавалось поколение от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам. Мы, конечно, если хотим, вот один из примеров, например, мы испытываем, уважаемые мусульмане, дискомфорт, когда кто-то на улице или в транспорте начинает громко разговаривать, потому что мы замечаем это. Когда громко по телефону разговаривает, это неприлично, мы вот со стороны видим это. Значит, это что означает? Мы должны быть очень осторожны. Или же, например, когда один человек
словно забыв о существовании других людей, может припарковать свою автомашину, как что больше имеется в виду, что в этой дороге имеется в виду, уже нельзя не проехать и не пройти пешком. Что это означает? Говоря проще, что все это является пренебрежением интересами других людей и отсутствием элементарного уважения к остальным членам общества. Именно это ислам относит, имеется в виду, к совершению греха по отношению к другим. Это и есть грех. Значит, религия разделена на две части – общение с Всевышним Аллахом и общение с обществом. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сидя со своими подвижниками, сказал, смысл, ни в коем случае не следует вам сидеть на дорогах. Люди сказали, о посланник Аллаха, но мы обязательно должны общаться, должны собираться, беседуем друг с другом. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если уж вам непременно нужно собираться там, то, по крайней мере, воздайте дороги, имеется в виду, должное. Люди спросили, а что значит должное дороги? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это значит потуплять взоры, никому не причинять вреда, отвечать на приветствие, побуждать к одобряемому и, конечно, удерживать от порицаемого, то есть людей, братьев своих и сестер. Этот хадис – согласованный хадис. Кто же из нас, уважаемые братья и сестры, похвастается тем, что на 100% следует данному повелению пророку, саллаллаху алейхи ва саллям? Всегда мы можем контролировать свой нафс и вести себя на улицах, в обществе, как завещал наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Выйди на улицу, не стоит забывать, уважаемые мусульмане, кроме нас есть и другие, и иные люди, и независимо от их национальности, вероисповедания и возраста, они являются такими же, имеется в виду, членами общества, и как и мы, конечно. Поэтому, оказавшись в общественном месте, следует постараться не быть помехой для других. Вот это и нрав пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Порой находясь за рулем автомобиля, уважаемые братья, вот другой пример, приходится встречаться с открытым невежеством, неуважением к окружающим. Водители часто не уступают друг другу абсолютно. Это же неуважение. Нет, абсолютно они, для них правила уличного движения некоторых. Ну, конечно, они отстают и пешеходы. Конечно, не соблюдают и они правила дорожного движения. Даже перебегают зебру на красный свет. Даже нет, для них имеется в виду, они где хотят и переходят дорогу. И потом обвиняют водителей. Конечно, сегодня мы водители, завтра пешеходы. Мы должны все соблюдать, как говорит наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уважение к окружающим нам. Мы сталкиваемся с проявлением, конечно, хамства и эгоизма. Приходя в мечеть, некоторые из нас паркуют машины и вот неправильно, где попало, перекрывают движение транспорту, потому что он, видит, опоздал и опаздывает на намаз. Мы же должны знать, что, например, кто первый приходит на намаз, тот является более благочестивым, более, который хочет вознаграждение Всевышнего Аллаха. Это наша вина. Уважаемые братья, мы должны быть, конечно, вежливыми, особенно за рулем и в обществе. Вот, сдерживая себя, не позволяя себе ругаться друг на друга, пропускать пешеходов, не перевешать скорость, уважаемые мусульмане. Это тоже нравственность. Когда мы не говорим конкретно, мы думаем, скорость или другое – это нравственность. Да, и это нравственность, уважаемые братья мои. Пусть для нас средством
и должного поведения будут не штрафы, которые вот, нас оштрафуют за это. И, конечно, различные ограничения, которые поставлены перед нами. Значит, а что должен быть? То, что мы знаем, что нас всегда, везде видит Всевышний Аллах. Вот это должно быть у нас правило. Ну, другой пример, уважаемые братья. Другой пример. Сколько мусора, сколько, например, выкидывается на улицу, на каждый из нас. Здесь каждый, если бросит хотя бы одну какую-то бумагу, ну что превратится на шкуру? Если даже нет урны, можно же взять мусор что-нибудь с собой и попозже выкинуть. Почему мы, мусульмане, которые знают, что чистота – это половина нашей веры, позволяют себе жить в грязи? Почему мы равнодушны к этому? Потому что это же наша вина. Нам же это вред. Ведь Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи ррахмани ррахим, валакин кану анфусахум язлимун». Смысл: они поступили несправедливо по отношению к себе. Мы же должны делать это чистым городом. Кто-то другой, или который ЖКХ, или другие, ну, значит, если не успевают, каждый из нас может что-то сделать для нашей родины, для нашего Дагестана. Если, конечно, мы не будем ценить милость Аллаха, а будем жить лишь удовольствием и свой нас, конечно, это трагедия. Это настигнет кара Всевышнего Аллаха, упаси Аллах. До каких пор лежащий на дороге, имеется в виду мусор, будет свидетельствовать о нашей безответственности, которую мы мимо проходим. Если наша гордыня не позволяет отправиться на угодное Аллаху, уважаемые братья, дело, то мы никогда не почувствуем запаха рая. Если мы будем гордиться, взять и вот какое-то что-то... Сады рая заслужат только те, кто преодолеет собственное высокомерие, будет руками очищать землю Аллаха, которой мы живем. Дорогие братья и сестры, помните брошенный, имеется в виду, на дорогу пакет бытовых каких-то, вот имеется в виду отходов, может стать причиной для аварии и гибели невинных людей. Мы должны это знать. Нередко стеклянные вот обломки и какие-то железные предметы на трассе, может быть, то есть прокалывая шины автомашин, могут иметь в виду стать причиной аварии. Но очищение дорог от мусора и опасных предметов – признак нашей веры. Это же наша вера. Например, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, то есть он предостерегал нас от невежественного поведения. Он говорил смысл: «Остерегайте в совершении двух поступков, навлекающих проклятие людей». Люди спросили: «Что это за поступки, о посланник Аллаха?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Это когда кто-либо испражняется на дороге, по которой люди ходят, и в тени, где они останавливаются, то есть под деревом или где-нибудь, это общественное место, которое люди используют для отдыха и так далее. Если не плевать, то есть не садить и не мешать остальным на дороге, является элементарным, имеется в виду, нормами поведения, то убрать с дороги, создающий помеху проходу или проезду, это садака, это милостыня, которая зачтется верующему человеку в суннете. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе говорит, вот, смысл: вера включает в себе более 70 ответвлений. Лучшие из них — слово «Ля Илляха Илляллах». Наименьшие из них — удаление с дорог того, что приносит вред. Самые меньшие. Мы, мусульмане, являемся последней общиной на земле. Всевышний сделал нас образцом для всего человечества. Для всего человечества образцом. Мы по шариату, по исламу являемся самым образцовым уммой.
Ведь Всевышний Аллах говорит, бисмиллахи рахмани рахим, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Смысл: вы являетесь лучшей из общин, говорит Аллах в Коране, появившейся на благо человечества, на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от плохого, порицаемого и веруя в Аллаха. Это сура семейства Аль-Имран, 110 аят. Вы знаете, что говорит нам Всевышний Аллах? Вы являетесь, имеется в виду, вот, благо для человечества. Вы знаете, вот такими мы должны стараться быть, таковыми, как Аллах говорит. Когда мусульманин видит что-то неладное, скверное поведение другого человека, конечно, можно пройти мимо, равнодушно, ничего не сказал. Но наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, учил нас чего? Учил нас по-другому, сказав: «Ман ра минкум мункаран фальюгайр бийадихи». Смысл: кто из вас увидит порицаемый, плохой мункар, пусть изменит его рукой. Но если не в состоянии сделать это, то языком хотя бы. Но если это не в состоянии сделать языком, то и сердцем хотя бы. Мы обязаны сердцем хотя бы, например, противиться этому мункару. И это что? Признак наиболее слабой веры. В противном случае, то есть, если будем мы равнодушны, каждый из нас, в противном случае, в день страшного суда, мы будем не свидетелями плохих дел, то есть проклятых дел, а соучастниками этих дел. Будем отвечать за это. Потому что прямой призыв: «Ман ра минкум мункаран фальюгайр бийадихи». По моей возможности, уберите этот мункар этого общества, которое считает нас самым лучшим обществом. Если мы благовоспитанны по отношению друг к другу, то это означает, что мы соблюдаем благовоспитанность по отношению к Аллаху. Ибо Аллах говорит: будьте благовоспитанными. В наши дни мы крайне нуждаемся в том, что нравственность, чтобы нравственность была у всех у нас, то есть притворена в жизни. Как же мы надеемся привить, как же мы, то есть, нуждаемся привить, имеется в виду, благого нрава для сегодняшней молодежи. Ученые говорят, уважаемые братья, вот такие слова: пусть Аллах видит тебя только совершающий добро, пусть Аллах видит тебя только благовоспитанным. Так и должно быть. Нельзя допустить, что Всевышний Аллах и видел меня и ним, кроме как имеется благовоспитанным по отношению к себе и к окружающим. Необходимо избегать ситуации, когда мы слышим, что свой адрес слова, которые бы имеется в виду, не хотели. Мы должны избегать этого. Но в самом деле, уважаемые братья, сестры, несложно практиковать эти нравственные качества в нашей жизни, качество нрава, учить историю нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и практиковать. Потому что наш Господин Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, практиковал это сам, показывал эти своим подвижникам. Раз он практиковал, то и, конечно, и нам это сделать. Я прошу Всевышнего Аллаха наградить меня и вас прекрасными качествами богобоязненности и благовоспитанности. Мы являемся лучшей общиной, уважаемые братья. Опять-таки повторяю, как так будет жить лучшими, так же будем жить лучшими, имеется в виду, поведение и нравственность и благовоспитанность. Если мы самые лучшие, значит, мы должны это показать на деле. Мы же знаем, например, во всем мире, где бы мусульмане находились, на нас смотрят с плохой стороны. Значит, это чья вина? Это наша вина. Мы должны показывать то, что нам пророк принес. Благой нрав.
Бойтесь Аллаха, говорит, в нашем хадисе Пророк говорит, где бы вы ни находились, будьте болезненны для общества и отдавайте должное общественным местам. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Баракаллаху фикум. Сейчас хочу предоставить слово опять нашим исполнителям нашидов. Аллаху Аллах, я Аллах. Happy.
Всевышнему Аллаху является и наше воздержание от причинения вреда кому бы ни было. Посланник Аллах как-то раз один из сподвижников Абу Зар радиаллаху анху спросил у посланника Аллаха: «О посланник Аллаха, что мне делать, если я не стану осиливать поклонение Всевышнему Аллаху, не стану осиливать некоторые амаль,
Тогда посланник Аллаха сказал: «Такуффу шаррака анин наси, фа иннаха садакату минка аля нафсик». Воздерживай свой вред от людей. Это будет для тебя садака, как милостыня за себя. Когда мы кому-то дорогу уступаем, когда мы ради проезжих мимо людей стараемся машину припарковать как-нибудь в сторонке от проезжей части, когда мы далеко уносим свой мусор, а не выбрасываем его прямо у прохода, и так далее, и так далее, нам все это ведь записывается как ибадат, как поклонение Всевышнему Аллаху. Вот этого мы многие не понимаем. Сейчас хочу предоставить слово Аджималаеву Абдуле, имаму Карабулахкенского района. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجميع مراتي سوسرا говоря о любви пророк عليه الصلاة والسلام кто-то из нас может подумать я же тоже ведь люблю пророк عليه الصلاة والسلام однажды наш брат современник вот такими мыслями заснул, говорит. Во сне видит сон, как он в одном автобусе с пророком, алейхиссалату вассалям, и с подвижниками его. В один из моментов этот автобус катится в пропасть. Этот молодой наш современник выбегает из автобуса, ищет что-нибудь, что подложить под колеса. Когда он искал, когда он нашел, что подложить под колеса автобуса, он обнаружил под колесом этого автобуса головы из подвижников. Мы никогда, современники, имеется в виду, ближе к ахир-заману, в котором живем, мы никогда не сравнимся. Наша любовь не сравнится с любовью из подвижников, разиллаху анху аджмаин. Но хотя бы стараться мы должны. У нас у дагестанцев бывает, уважаемые братья, и храбрости у нас предостаточно. Не хватает чуть мягкости, которая была у пророка, алейхиссалату вассалям. Спустя 14 веков, когда мы рассказываем о пророке, алейхиссалату вассалям, радостные моменты рассказывая, радуемся. Печальные моменты из его жизни, когда рассказываем, печалимся, как дети иногда и плачут. Это свидетельствует о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, был истинным. Без капли сомнений убежденным в том, что он делает, к чему он призывает. Не будь он таковым, сегодня миллиард людей за ним не последовали бы. Хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, говорится, тот, кто полюбил Всевышнего Аллаха, естественно, он много поминает Всевышнего Аллаха, потому что он полюбил Аллаха. Но вознаграждением этим Аллаху Та'аля поминает этого раба поминает своей милостью, своим прощением грехов. Аллаху Та'ала вводит его в рай вместе с пророками, святыми людьми. Аллаху Та'ала возвеличивает его, дат увидев свой лик. Это тот уровень, кто полюбил Всевышнего Аллаха. Далее в хадисе говорится, а кто полюбил пророка, алейхиссалату вассалям. Он много читает салават на пророка, алейхиссалату вассалям. Результатом этого будет пророк, алейхиссалату вассалям, наделит его своим заступничеством. И этот человек, который полюбил пророка и много благословляет пророка, саллиллаху алейхи вассалям, будет спутником его в раю. Пусть Аллаху Та'ала нас сделает спутниками пророка, алейхиссалату вассалям, в раю. Пророк, алейхиссалату вассалям, родился в 571 году, в понедельник, 12-го Рубиуль-Ауваль. Пророк, алейхиссалату вассалям, мы знаем, в утробе, когда еще был, лишился отца. В раннем детстве лишился матери. Под опеку перешел к дедушке Абдул-Муталибу, который был уже пожилым, тоже лишился через некоторое время, и дедушке. Далее опекунство пророка, алейхиссалату вассалям, перешло к его дяде Абу-Талибу. Будучи круглой сиротой, наш пророк, алейхиссалату вассалям, удостоился названия правдивой, оправдывающей доверие Аль-Амин, будучи круглой сиротой. Если сегодня среди нас растет сирота, мы от него можем ожидать невоспитанность, хамство и так далее. Но пророк, алейхиссалату вассалям, жители Мекки, самые свои драгоценные вещи, деньги, имущество давали ему на хранение, когда сами уезжали куда-нибудь.
В возрасте 25 лет пророк, алейхиссалату вассалям, женился на нашей матери Хадиджа, разиаллаху анха, на матери праведных. У них было 7 детей, 4 девочек, 3 мальчика. В возрасте 40 лет пророк, алейхиссалату вассалям, получил откровение от Всевышнего Аллаха, что он пророк. Первые суры, первые аяты начали ниспосылаться в возрасте 40 лет. Первая, которая уверовала, первый человек и первая женщина, кто уверовала пророк, алейхиссалату вассалям, это наша мать Хадиджа, разиаллаху анха. Да будет доволен ею Аллах. Далее, пророк, алейхиссалату вассалям, распространял ислам в Мекке 13 лет, находясь в Мекке. И только вспомните, уважаемые мусульмане, какие трудности он испытывал, распространяя ислам в Мекке. Когда самые близкие, самые родные родственники, все те, которые любили его до этого, до Давата, отвернулись от него. Пророк, алейхиссалату вассалям, переселился в Медину и 10 лет распространил ислам там. Пророк, алейхиссалату вассалям, в возрасте 63 года, его настигает болезнь. Настигает болезнь, после которого он не вылечился. Но перед смертью пророк, алейхиссалату вассалям, сказал такие удивительные слова. Только подумайте, уважаемые братья. Я скучаю по своим сподвижникам, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Рядом сподвижники спрашивают, не мы ли твои сподвижники, я Расулуллах. На что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, вы живете в моем времени, увидели меня и уверовали. Но после моей смерти ведь придут же те, которые, не увидев, услышав, уверуют. Вот по тем скучаем. Скучаю и говорит. Пророк, алейхиссалату вассалям, уважаемые братья, по нам с вами скучал. Если я скучаю по кому-то, я сделаю все возможное, даже иногда и невозможное, чтобы увидеть того, кого я, по кому я скучаю. Давайте оправдаем то, любовь пророка, алейхиссалату вассалям, по отношению к нам. Нас любит пророк, алейхиссалату вассалям, скучает по нам. Давайте вот как здесь собрались, без исключения, вместе с ним постараемся в раю собраться, без исключения. Далее, уважаемые братья, вот от этой болезни пророк, алейхиссалату вассалям, покидает этот бренный мир. Покидает этот бренный мир, пророк, алейхиссалату вассалям, когда вот смертельная болезнь его настигла, он находился у своей жены Маймуна, да будет доволен ею Аллах. Вот все трудности, все испытания, которые Аллах Та'ала давал пророку, алейхиссалату вассалям, они дали о себе знать к концу его жизни. Он просит разрешения у своей жены Маймуна пойти в дом Аиши, разиаллаху анха. Маймуна, разиаллаху анха, дает пророку, алейхиссалам, такое разрешение. Пророк, алейхиссалату вассалям, хочет стать, но не получается, не может стать. Пробует второй раз, пророк, алейхиссалату вассалям, не получается. Рядом находящиеся сподвижники помогают ему стать, и таким образом пророк, алейхиссалату вассалям, через некоторое время, и не просто так было, последними словами пророка, алейхиссалату вассалям, было, уважаемые братья, все мы знаем, о моя умма, о моя умма. Пусть Аллах Та'ала даст нам тот амал, то деяние, посредством которого мы приближимся к пророку, алейхиссалату вассалям. Пусть этот месяц Раби-ул-Аввал послужит причиной начинания в нас лучших качеств, которые приближают нас к встрече пророка, с пророком, алейхиссалату вассалям. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Мауля я салли ва салим даиман абада аля хабибика хай лил халки куллихим. Мауля я салли ва салим даиман абада аля хабибика хай лил халки куллихим. Альхамду лилля Аллах армагдаллан яси кудратан уйласа Min tullu til beregen, min tullu til erbulan ma
Hakk'ın eşeği, nimetlerine göre telgülü bulmaz işi. Muhammed peygamberler nimetlerine biri, onu fikrosun etme, kim neye telhuneri. Seni birliğin bilip, o garda oğlum ümmet, bizge aciz bulmağa, bergesin ulu devlet. Mevla ya salli ve sallim ala habibika qayl khalqi kullihim. Mevla ya salli ve sallim ala habibika qayl khalqi kullihim. Ya Rabbi bizge buğay ulu devlet bergesin. Buğay ulu nimetağa bizin layık örgüsün. Umut ettirgin bizin artık elkin rahmatın. Almasın bu gıybizin kaytarın birgin zatın. Ahiret safarında yoldaş et bizge onu. Ayırma onu bizin intara bu zamanda. Özden gayet bu sığda beni etken biz yürekli. Muhammed Rasulada inanır mesinde gitti tasdik etken son dünyada görmeye özür cennette nasip etsin görmekle nurlu yüzün kim süyse ama Rasuldan kıyamet günü şefaat salava salsın bugün atını eşitken saat Mevla ya salli ve sallim lillahi man abada ala habibika qayl bil khalqi kullihim. Mevla ya salli ve sallim lillahi man abada ala habibika qayl bil khalqi kullihim. Allah maş Абдуллах и выступление, и маулид вместе исполнил. Сейчас хочу предоставить слово нашему новому имаму нашей мечети Идрис. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллах вассалату вассаляму аля расулиллах Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд, ассаляму алейкум ва рахматуллахи Та'аля ва баракату. Уважаемые братья, уважаемые сестры, мы сегодня собрались слышать жизнь, рассказать о жизни того, кто всю свою жизнь рассказывал о нас с вами. Саллиллаху алейхи вассалям. И кто в день суда будет в поисках благих дел каждого из нас привести качество довода перед Всевышним Аллахом, чтобы заступиться за нас, хоть за малую часть добрых дел. О Аллах, такого-то сын, такой-то совершил хоть малое доброе дело в своей жизни, а ему простить остальное тебе ничего не стоит. Прости его, пусти его со мной в рай. Так и пишется в книгах, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям заботится о нас с вами. Рассказать и слышать о том пророке саллаллаху алейхи ва саллям, который клялся именем Аллаха по отношению к своей умме, говоря: «Идан валлахи ла арда ва вахид мин уммати финнар». Клянусь Аллахом, говорит, я не буду доволен до тех пор, пока хоть один из нас, из общины пророка саллям, будет в аду. Саллаллаху алейхи ва саллям.
Зайнуддин Иракли, рахимахуллах, пишет в своих байтах, описывая пророка, саллиллаху алейхи вассалям, следующие строки. Ба'ахаху рахману бил ирфаки, кайма ютимма салихал ахлаки. Послание же уже пророка, саллиллаху алейхи вассалям, было с мягкостью, с милосердием. Он пророк милосердный, кого Аллаху Та'аля назвал Коране таковым. Посланный Всевышним Аллахом для облагораживания благих нравов, делать в людях совершенными благие нравы. Тот пророк самый более скромный, скромный, который отвечал любому, кто бы ни обратился к нему, с любой просьбой. Далеко ли он, близок ли он, не различая посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, свои 63 года исполнял желание всех, кто обратился к нему, с любой просьбой. Также пишет этот ученый, «Ма сила катту хаджату факалала». Ни разу в своей жизни за 63 года не было такого, кто-то обратился к пророку саллям за что-то, и что он сказал «нет». Все давал, все отвечал. Говорит о таком пророке саллиллаху алейхи вассалям. Это пророк, который очень жалел и страдательно с чувством страдания к нам, и не только, но и животным, всю жизнь, которой относился посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Он не гордился садиться с рабами. Из рабов тоже пишет Зайнуддин Иракли, «Яджлису филь акли ма'аль ариқа». Садился с самыми нищими рабами, кого люди не считали вообще за людей. От кого люди отдалялись, боялись, что перейдет на них болезнь и так далее. Самыми нищими рабами садился в круг и кушал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И сам первым начинал приветствие тоже при встрече с любым человеком. Я хочу здесь один пример и на этом ограничить. Привезли одного большого монаха в его время, который жил. Зайд бин Сурнат, этот человек, когда пророк саллиллаху алейхи вассалям начал призывать людей к исламу, он начинает следить за его жизнью, за ним. Что из себя представляет Мухаммад, который говорит, что он посланник Аллаха? И он приходит к тому, что находит все описания, сифаты, которыми назвал Аллах Таврате, последнего пророка, печать всех пророков, кроме одного. Опережение милосердия над невежеством. Вот этот атрибут остался, и за этим начал следить этот монах. Один день он идет к пророку, салям, заключает с ним договор на хранение, как в качестве долга дает 80 мискалов ему, совершил договор на определенный срок. Проходит время, когда еще осталось 3 дня до завершения назначенного срока, заранее приходит этот монах, сделал вид злой, наезжая на пророка, салям, ругая его род, сыновья Абдул-Муталиба, нечестные, те, которые притесняют людей, поднял шум, верни мой долг, верни мои деньги. Он настолько наезжал, говорит, на пророка, салям, что схватил его за шею и начал душить. Возле сидел Умар ас-Сааб, радиаллаху анху, вытащил меч
еле сдержал себя и клянется, говорит: «В Аллахе, я бы отрубил тебе голову, если бы не договор мира». Когда Умар ас-Сахаб так сказал, смотря на Умар ас-Сахаба, просто пророк саллаллаху алейхи ва саллям улыбнулся и сказал: «Я Умар, верни ему его деньги, верни ему его долг». Когда вернули, этим тоже не успокоился, он же проверяет пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит: «За то, что твой сподвижник меня напугал, 20 мискалов сверху тоже плати мне». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям улыбнулся и говорит: «Плати ему это тоже». Тогда, когда Умар ас-Сахаб отдал ему эти деньги, повернувшись к Умару, этот монах произнес шахаду и сказал, что я нашел все сифаты, написанные в Таврате, в этом человеке, он посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И напоследок, здесь было упомянуто предыдущими его отношение к животным. Он не только к людям относился милосердно, и таким образом, дорогие братья и сестры, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и животным было его отношение таковое. Этот же ученый пишет в своих строках: وَطَائِفٍ يَعْرُوهُ حَتَّى الْهِرَّةِ يُسْغِلَهَا الْإِنَاءَ غَيْرَ مَرَّةِ. Кто бы не выявлял свое желание адрес пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они находили его исполняющим это желание. Даже говорит, когда подавал еду кошке, домашнее животное, да, он одним разом не переставал ставить посуду перед ним. Если вдруг кошка с первого раза не покушает, он покой не знал, он не успокаивался до тех пор, пока кошка не станет сытой. Он несколько подходов делал, в сторону вставлял, через некоторое время еще раз предлагал. То есть, каким сердцем должен человек обладать, относясь к животным даже так? И еще напоследок, дорогие братья, в Медине в его время жили 300 мунафиков мужчин и 170 женщин, такие же мунафики, лицемеры, которые впереди подхалимничали перед пророком саллаллаху алейхи ва саллям, за спиной максимально вредили ему. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям не перестал, зная они мунафики, им делать хороший дуа: «О Аллах, прости этих людей, прости их грехи». До тех пор не успокоился, не перестал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, пока Аллах не отправит аят, чтобы он перестал просить за мунафиков. Аллах же любит пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Аллах отправил аят и сказал: «Не делай дуа за них». Самый больший, кто вредил, Абдуллах ибн Убай. Когда даже он покинул этот мир, умер, его сын попросил за ним джаназа намаз делать. Увидел маслахат, пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершил даже за ним джаназа намаз, зная, что это мунафик, чтобы маслахат для маслахата. И это тоже стало причиной принятия из хазраджов тысячами людьми ислама. Такой был у нас пророк саллаллаху алейхи ва саллям, дорогие братья и сестры. Пусть Аллаху Та'аля, как нас сегодня по его милости собрал здесь, говорит о нем, сделает наш маджлис в день суда доводом для пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он сказал: «О Аллах, эти люди когда-то ради меня собрались, пусти их рай». Пусть Аллаху Та'аля вот так нас спасет в судный день и получим мы шафаат его, саллаллаху алейхи ва саллям. Вассаляму алейкум. Предоставил тебе возможность внести все больше и больше пользы. Теперь мы предоставляем слово для заключительного нашида, иншаллах, и будет потом дуа.
سلامي على من قال يا ربي
سيدنا النبي وجميع سيدنا النبي وجميل.
محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك عليه. صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين والحفظة والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين. إلى آخرة قرب الأنبياء وسيدنا المرسلين ورسول رب العالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وهوانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح أصحابه وآله أجمعين. ثم إلى روح أزواجه وأمهات المؤمنين. ثم إلى روح الأنبياء جميعهم والشهداء جميعهم. ثم إلى شرف مشايخ وطريقة الأشرف من شباب الإخوان. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأحفادنا. ثم إلى سائر المسلمين والمسلمات ما بين مشارق ومغارب كل زمان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما يقرب إليه من قول وعمل ونية واعتقاد. وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ونسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا الرشيد محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك سيدنا. ونسألك أن تجعل عاقبتنا رشدا برحمتك يا رب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحرمة القرآن وبحرمة سيد المرسلين وبحرمة سيد سورة الفاتحة مقلة بدمي أم هابت ريح من تلقائك ظمة وأرمض البرق искуплением многим других маджлисов. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. قلبك إن قلت استفق يهمي أيحصب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم تريق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر البان والعلم.
فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدو للدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وظنان مثل البهار على خديك والعنم نعم سر طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عادتك حالي لا سري بمستترين عن الوشاة ولا دائي بمنحصمي ما حاطني النصح لك لست أسمعه إن محب عني العذال في صممي إني تهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ختام الأنبياء كنت تخلو في حرائي إذ بدا وحي السماء وحي رب العالمين. يا ختام الأنبياء كنت تخلو في حرائي إذ بدا وحي السماء وحي رب العالمين. في حرائي كنت تخلو ولك التبجيل يحال وبفضل الله تعال. يا إمام المرسلين في حرائي كنت تعبد ربك الهادي وتسجد بخشوع وتعبد ودعاء وحنين. فاتى جبريل عندك وأضاء الغار حولك ثم قال اقرأ وضمك ذلك الروح الأمين. قلت لا أدري القراءة في هدوء وبراءة نفذ الله قضاءه وختمت المرسلين. يا رسول الله إني مادح والمدح فني حبك السامي فتني. يا إمام العابدين يا رسول
فادحفني حبك السامي فتني يا إمام.